понимаем, конечно, что после решения о помиловании есть такая неопределенность, что же, как суд может поступить дальше. Здесь интрига продолжается, конфликт разрастается, и государственное обвинение считает Севастиди законно осужденным. То есть слухи о наступившей оттепели прошу считать преждевременными. Судебная коллегия в ранее названном составе, рассмотрев в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Павлова и Смирнова на постановление судей Краснодарского окружного суда 6 декабря 2016 года под статьями 389.5, 389.13, 20.28.33 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации определило постановление судей Краснодарского окружного суда от 20 апреля 2016 года и от 6 декабря 2016 года отменить и восстановить срок для апелляционного жалобного приговора Краснодарского окружного суда 3 марта 2016 года в отношении Севастиди Оксаны Валерьевны. Приговор Краснодарского окружного суда от 3 марта 2016 года в отношении Севастиди Оксаны Валерьевны изменить наказание, назначенное ей по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, смягчить до 3 лет лишения свободы. В остальном приговор оставить без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения. Полный текст апелляционного определения будет изготовлен в течение 3 суток. 3 года просто на сегодняшний день это самый низкий приговор по статье 275. Ниже 3 лет просто история российской судебной системы просто не знает. 3 года – это вот то самое дно, на которое согласился сегодня суд, ниже которого, конечно, уже можно рассчитывать, но тем адвокатам, которые будут работать дальше. Мне кажется, что это сон до сих пор. Это все не со мной.